У меня есть любимая притча. Однажды мальчик ходил по берегу моря и собирал морские звездочки. И он их брал в руки и бросал в море. Рядом с ним ходили люди и не понимали, зачем что делает этот мальчик. У него спросили: для чего ты берешь морских звездочек и кидаешь их обратно в море? На что мальчик ответил: вы знаете, для меня важно спасти хотя бы одну морскую звезду, чтобы она выжила. Поэтому я ее отправляю к себе домой, на родину, в море. И сейчас я тот человек, который помогает многим таким морским звездочкам, которые заблудились. И вот это такая картинка, когда человек чувствует стыд, страх, чувство одиночества, чувство боли, и когда ему действительно непросто в его жизни. Вот в этот момент я готова помочь и дать руку помощи. То есть вот такая рука помощи, которая приходит на тот момент. И это моя рука. У меня есть огромный свой жизненный опыт, когда мне было в своей жизни непросто. Но я справилась. Я справилась, конечно же, благодаря тому, что я не была одна, и рядом со мной был человек, который также мне помогал и давал руку помощи. И через какое-то время, благодаря каждодневным занятиям с психологом, благодаря тому, что я работала над собой, ставила цели и достигала, я достигла, читала и образовывалась много книг. По образованию я клинический психолог, есть несколько специализаций, как гештальт-терапия, нейропсихолог, арт-терапия. То есть очень много специализаций в моей жизни, которые помогли мне. И сейчас у меня такая улыбка и радость. И я могу вам подсказать, как сделать так, чтобы справиться с чувством стыда, с чувством вины, одиночества, страха, боли, и помочь справиться с трудностями для того, чтобы все наши жемчужные или драгоценные или разноцветные камни, которые, к сожалению, стали бесцветными, стали немного ярче, цветнее, и чтобы жизнь расцвела различными многогранными красками вашей жизни. Для этого нужно просто написать мне в Инстаграм, присоединиться ко мне, подписаться на меня. Первая консультация будет совершенно бесплатная, и я готова с вами работать и через свой жизненный опыт показать вам, как можно справиться с трудностями.